День добрый, друзья мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2, версия 1.45. Ой, простите, 1.46. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я во Франции. Давай сразу покажу по карте, где это. На стоянке такой большой. Вот. Границу с Испанией перешел. Так, Байону проехал, и впереди Бордо у нас. Через Бордо поедем. Вот здесь уже рейс мой заканчивается. Кажется, вроде близко, но ехать еще нормально. Так, голова у нас Ивеко Стралис, 450 лошадей, 12-я коробка ZF. И такой контейнеровоз под двадцаточку. Ну что, погнали что ли в дорогу? Давай. Хватит отдыхать, надо работать. Начинаем движение. Так. Ага, что у нас по температурке? 13 градусов у нас по Цельсию. Отлично, так. 13 градусов по Цельсию. Сейчас надо радио включить. И так, сейчас громкость Можно добавим. запустить Северный поток 2. Можно попытаться, естественно, там и с поляками как-то переговорить, но мы Так, даже все, по Северному поехали с потоку Богом. 2 не видим никаких подвижек. При этом, конечно, Северный поток 2 при функционирующем Северном потоке 1 позволял бы Двигайтесь Германии прямо. стать полноценным газораспределительным центром. Германия сама от Вот этой направо на перспективы стоянку, туда вот на отказалась, большую. вначале там поддержав санкции, потом введя эту экспертизу по Северному потоку 2, и сейчас не запускать проект, Германия сама себя лишает и дешевого газа, и возможности участия в распределении этого газа по Европе, что, безусловно, сильно подрывает ее политический вес. Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве. Ехать нормально, почти 300 км. Нормально. Отлично, отлично. Самое то. Идущие с песней в бой. Я надеюсь, не заблокирует. Ну нафиг. Если заблокируют, есть такая функция на YouTube, песню убрать. Обработка видео пройдет, песня будет убрана, если будет жалоба. За жизнь, за Россию, за песня-то так еще, коротенькая такая, да? Прогноз на воскресенье 20 ноября. В Петропавловске-Камчатском минус 2 без осадков. В Южно-Сахалинске и Владивостоке плюс 6 временами дождей. В Магадане 11 градусов мороза. Там влажность, синоптики не плюс 6, там как минусовая Петропавловске плюс 2, температура, холод небольшой дождь во Владике. В Екатеринбурге минус 9 без Влажность осадков. высокая. В Челябинске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Омске 12 градусов ниже нуля, также без осадков. В Сургуте минус 18, пройдет небольшой снег. В Новосибирске 13 градусов ниже нуля, небольшой снег. В Иркутске минус 6, без осадков. В Красноярске минус 5, небольшой снег. В Мурманске, Петрозаводске, Вологде минус 6 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура минус 3 градуса. В Москве также днем небольшой снег, температура минус 2. Но в целом везде такая средняя погодка. Чем горячее Не, у нас на Урале тем нормально, потому что холоднее где-то зима. 10-15 у нас сейчас Европа рискует сухая вступить в погода, отопительный снега сезон нет, без газа. солнце светит, Цены на красота. топливо бьют все рекорды, и то ли еще будет. Держитесь Удастся ли правее. договориться до холодов? Или это надолго? На сколько месяцев, лет, а главное зим? Хроники Успел энергетического противостояния. Так, ты там, день нет, меня не пугай там. 200 FM. Что творить-то так? Обзорная экскурсия по нашей истории. Программа «Время и место». Держитесь левее. Каждое воскресенье после 21 часа на радио 200 FM.
И не это только левее. Слушайте, но и читайте. Наши телеграм-каналы. Информационный. Вести FM+. Оперативная информация. Кадры с мест событий. Комментарии экспертов. Политический. Золотая кость, кость, золотая. Так, я, наверное, вот еще следующую серию запишу. Эксклюзивные фото и видео с необычных ракурсов. Важные детали. Так, Свет Астралис из этой же серии. 450 лошадей. Наш президент США. Все, чем живет Америка. Вот. И, наверное, все-таки поеду в Америку. АТС там покатаю. Пострадавшие получат по 400 тысяч рублей, семьи, потерявшие жилье, по 500 тысяч. От администрации детской нужды выделят по 30 тысяч рублей. Ты дебил, блядь, расселят во временное жилье, затем обстрелы вели с применением реактивных систем залпового огня «Хаймерс», «ГРАД», а также артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. В общей сложности по жилым кварталам республики выпущено 115. Все нормально, жив, здоров. Под огнем оказались 9 населенных пунктов, Донец, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Красный партизан, Каштанка, подставляется. И Лавальск. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В рядах республиканцев растет число противников предоставления военной помощи Украине. Об этом написал в статье для издания «Политику» бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен. По его данным, сейчас 48% членов республиканской партии считают, что Америка делает слишком много для украинских властей. В марте таковой было всего 6%. По словам Аллена, все больше представителей республиканцев... Держитесь левее. Нормально. Желание выступить против военной помощи Киеву может только усилиться, если в ближайшие месяцы в США начнется глубокая рецессия, уверен Аллен. Генпрокуратура Казахстана, к сожалению, не зарегистрировала нарушений на президентских выборах, сообщила официальный... Держитесь правее. Азамат Сергазин. По его словам, день голосования, как и электоральная кампания в целом, проходит в спокойной обстановке. Жалобы в органы прокуратуры не поступало. Досрочные президентские выборы проходят в стране и за ее пределами сегодня. За пост президента борются 6 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Касым Жомарт Токаев. Участки для голосования на выборах открыты в 5 городах России, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, сообщили в посольстве республики в российской столице. Там выяснили, что находящиеся в этих городах совершеннолетние казахстанцы могут принять участие в более заявлении. При посещении участка надо иметь с собой паспорт или удостоверение личности гражданина республики. В ночной воздушной операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии уничтожены штабы, укрытия, тоннели, склады и базы террористов. По ним нанесли точечные удары, объявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Министр следил за проведением операции ситуационного штаба. Он пояснил, что целью было обеспечить безопасность 85 миллионов турецких граждан и границ страны, ликвидировать все угрозы и дать на них ответ. В операции были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников, а также подразделения артиллерии. Удары наносили по местам базирования запрещенных Турции рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления сил народной самообороны. Эксперты считают, что трансграничная операция Турции на севере Ирака и Сирии стала ответом на совершенные ровно неделю назад теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли 6 человек и свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к взрыву причастны РПК и силы народной самообороны. Во многих городах России в понедельник и вторник пройдут... Рабочую партию Курдистана поддерживают Соединенные Штаты. Очень активно. Тишковец. Он напомнил, что смотри, да, Турция страна НАТО. Тормозной машины увеличивается примерно в 3 раза. Предстоящий понедельник. Ледяные дожди с диаметром отложения льда. И воюют они с рабочей партией Курдистана. Американцы, тоже страна НАТО, поддерживают рабочую партию Курдистана. Так, типа, рычажок влияния на Эрдогана. Вечером я отдельных западных районах Саратовска впустил во вторник. Вот эта узкая полоса ледяных дождей пройдет через Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую.
ледяные дожди и крупа начнутся где-то с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Соответственно, дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм, ну и в Подмосковье это от 2 мм на востоке до 10 мм на западе. Поэтому автомобилистам очень быть внимательным на дорогах и помните, что на обледенелой дороге длина тормозного пути увеличивается как минимум в 3 раза. Ну, примерно на скорости 60 км в час это до 70 метров, а на скорости до 100 км в час это почти до 200 метров. Синоптик отметил, что минувшие сутки ознаменовались ледяными дождями, гололедом, черноземьем и средними полосами. Если еще и АБС нет, то вообще капец. Тепло атмосферного фронта. Переохлажденные осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью земли, замерзали, покрывая дороги, тротуары и ветви деревьев внушительным ледяным панцирем, местами до 11 миллиметров. Сотрудники Мосприроды начнут подкармливать столичных животных с наступлением сильных морозов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. В рамках экологической акции «Листопад добрых дел» сотрудники и волонтеры уже приготовили кормушки и корм. В пресс-службе Не время специалисты начинают при наступлении критически низких температур, прохождения обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время они способны самостоятельно добивать себе пищу и находить укрытие. Ранее синоптики сообщали, что в столичном регионе установилась метеорологическая зима, температура воздуха в Москве опустилась до отрицательных значений. Держитесь правее, затем съезд справа. 7 копеек, евро 62 рубля и 45 копеек. Съезд справа. Сейчас. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине два раза справа снег, съезд. Минус 24 градуса. Смотрим, куда нас сейчас навигация закинет. Мороза. Сейчас в российской столице минус 4, так. Давление 751 миллиметр, влажность воздуха 90%. Но здесь, так, если нам сейчас на разворот, а тут нет разворота, а как нет, есть. Сюда направо. Опа. Здесь либо под дорогой, либо над дорогой. И выходим сюда. Что произошло однажды, может никогда больше не повториться. Но если это случилось во второй раз, обязательно будет и третий. О, если что, блядь, далеко объезжать. Дежавю. То, что мы видим сегодня, так. Кажется, уже было вчера. Сейчас точно проезжаем, было. Надо будет посмотреть. Тогда слева, есть блокировка сказать, дороги. Что или нет? Ждет нас завтра? Программа «Параллели». Так, сейчас. После 16 часов. А, нет, там дорога открыта, значит, туда дальше до разворота. И все, и сюда направо. Отлично, отлично, все. Еврозона. В студии Екатерина Косинец, я всех приветствую. И на связи так, со студией, как всегда, в это время спасибо. Автор программы «Еврозона», писатель, публицист Владимир Сергеенко. Держу Владимир, подарочку. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте. Расчет нового маршрута. Вас на нашем СМС-портале. Да, да, сейчас на разворотке. Номер 5533. В начале сообщения нужно писать слово «Вести». И также можете писать свои сообщения, может быть, вопросы автору программы в мессенджерах, это Viber или WhatsApp, по номеру 8903-170-63-63. 8903-170-63-63. Итак, о том, что происходит в Европе, над которой, как сообщает наш корреспондент, уже сформировалась такая дымка от дровяных печей, автор программы Владимир Сергеенко. Дымка от печей? Дровяных, да. И каминов. Интересно. Наверное. Европа сформировалась. У нас такая дымка всю зиму над нашими деревнями. И чё, блин? Спасибо за доверие, это 4000. Есть, прирост уже есть, подписывайтесь, вот я смотрю. Доброе утро, Хадыжанск на связи, Таганрог с нами, Витмут Германия с нами, Гамбург с нами, Рюкс слушает, Ростов, Папа с нами, Айхах, Бавария, Краснодар, Тула Снежная приветствует, Москва с нами, Латвия с нами, Берлин на связи. И интересно, вот мне кажется, что русскоговорящий сектор Германии всегда присутствует с интересом.
акценты по Германии иногда расставляю, потому что все еще Германия с запасом прочности является серьезным игроком. Конечно. И независимо от того, кто будет канцлером, держитесь правее, пока затем так, съезд пока справа. Германия будет все еще доминировать в определенных вещах. И вчера в Еврозону я закончил тем, что обязательно сегодня дам цифры, с этого начну программу. Поверните налево. Инфляция европейская, инфляция германская, инфляция продовольственная, инфляция энергетическая. Вы знаете, дорогие друзья, странные вещи. Вот у меня математика не сходится. Ну, вот не сходится, вот как я не кручу, как я не верчу. Значит, продовольственная картина в среднем подорожала на 20,3%. На кольце первый съезд. Что уж там. Энергия. Туда включается отопление, туда включается электричество, туда включаются цены на бензин, дизель, наверное, и на керосин тоже. Энергия подорожала на 43%. Итак, это вот сейчас мы имеем дело с ноябрем. Официально 100% проверенная статистика по октябрю, ноябрь еще не закончился, но вот она уже подсчитана. 43% прирост инфляции непосредственно. Потребление энергии 20 продукты, а общая инфляция 10%. Ну как такое может быть? Ну вот правда, пробую копаться, копаюсь, дохожу. Ну что ж там, все билеты дороже стали, лекарства дороже стали, доставка тех же лекарств дороже стала. Заходишь в любой супермаркет, в любую дрожжери, ну нету того, чтобы не подорожало. Как может быть общая инфляция 10, когда продукты и энергия 40, соответственно, и 20? Ну, как такое может быть? Какой вид продуктов подешевел? Может быть, бриллианты, может быть, золото. Может быть, в потребительской корзине находится это платина, я не знаю, услуги врачей. Все подорожало. Двигайтесь них, прямо. Не знаю, откуда берется эта цифра. И мне кажется, что вот есть определенные вещи, которые скрываются, но, в принципе, специалисты знают. Mm-hmm. Например, когда летом температура 39 градусов, на улице плюс 39 градусов, то всегда говорят 38,9, не говорят 39. На вопрос, почему, оказывается, у многих людей начинается паника. И нужно максимально эту панику гасить. И гасят над тем, что говорят просто на 0,1 градус меньше. То есть не говорят на 39. Я же молчу про 40, 41. И связано это, как правило, со странами, в которых не привыкли к постоянной жаре, в которых жара является аномальным явлением природы. Скорость так, что средний показатель был 10%. Из этого въезда я темно еду. Для того, чтобы сдерживать определенные вещи. Хороший хвост. Хотя у меня идея есть. Если парикмахер стал в два раза дороже, ну для женщин важно, маникюр, например, стал в два раза дороже, спорт стал в полтора раза дороже, то есть там не на 10%, там точно процентов на 30 поднялась цена фитнеса зала, поднялась цена. Что может по цене действительно иметь вот другую ставку, чтобы это вставить в общую инфляцию. Думал, вы знаете, и надумал. Ну да, была хитрость там с железнодорожными билетами непосредственно в Германии, когда сделали общий билет 9 евро, таких цен не существовало, целый месяц ездили, просто смотрите, все Германию, дорожает. Не про нас, билеты, такая же фигня, транспорт, тоже скрывается. На региональных поездах можно всю Германию пересечь, смотрите, вот все хорошо, успокоили народ. Хитрый ход, ничего не скажу. И вот эти 9% могли сыграть. Но опять же, так не может быть, что билеты пересчитаны, так что они гасят всю инфляцию. И тут, знаете, дорогие друзья, есть группа товаров, которая не подорожала. Есть. Гаубицы. Держитесь правее, затем съезд справа. РЛС, да, называется? Радиолокационная. Да. Съезд значит, справа. Патроны, мины, снаряды, гранаты, автоматы, пистолеты. Да, эта группа товаров, она не дорожает, она зафиксирована. Правительство выделяет определенную сумму, делает закупку на эту сумму у предприятий, подписывает контракты. И как-то там я не увидел, чтобы в контрактах какие-то изменения были. Или в контрактах, например, было написано, что приравниваемся к среднестекущей инфляции. Нет, этого нет. И мое предположение, на самом деле, знаете, вот хороший пример – это англичане. Мы сказали, а вы оправдываетесь. Вот я предполагаю, что
инфляция, которую преподносят среднестатистическим ростом на 10%, это фальшивая абсолютно цифра, абсолютно. Она рассчитана на то, чтобы успокоить население, чтобы напряжение было меньше, чтобы социальное напряжение как-то упало. А в принципе по цифрам туда включили оружие, слышь, на все. Если я не прав, есть возможность. Вот как, знаете, профессионализм говорит о том, что я вам даю 2 недели, вы можете предоставить собственные данные, если я ошибаюсь. Если нет, будем считать эту версию рабочей. Я говорю, что это версия, и я говорю, будем считать эту версию рабочей. Это моя претензия к тем, кто лукавит. И вы знаете, вот все эти цены, графики смотрел, залез в настоящий, этот есть такой статис называется. Это статистическое Бундесамт, это федеральное управление статистикой. Держись правее, затем съезд справа. Это ничего, что я радио для фона включил. Потом сильно ползет вверх. А общая суммарная у них как-то ниже вот этих... Съезд справа. Как такое может быть? Или разговаривать меньше стало. Гениальные люди и смотрели тоже про Алису. И а так о чем тут можно говорить? Поверните налево. Это же Европа, о чем тут можно говорить? Дуришь ты меня, Алиса. И вы знаете, на этом фоне... Ну, это же не суровая по статистике, Россия. Это официальная статистика, никак не придуманная никем. Когда начинаешь смотреть, что и как подорожало, я сейчас это там всегда нет, есть что-то говорить. Или даже просто по России катаешься. По Русмагу, по-южному. Знаете, цифры говорят сами за себя. Значит, очередной раз произошло подорожание продуктов. Если в сентябре было 18,7, то в октябре тоже они подорожали, в ноябре тоже. Дальше они пишут очень интересную вещь, что энергия подорожала на 49,7, то есть почти 50. На хашель. И очень сильно прочувствовали все, что связано с молочной продукцией. На кольце второй съезд. Подорожало на 28,9%. Овощи подорожали 23,1%, при том, что овощи, как правило, опять же... Сейчас съедьте. Есть тепличные варианты. Ну, много теплиц по всей Европе. Я думаю, про голландские теплицы, про их легенды много кто знает. Приготовьтесь к повороту налево. Например, попытки завести пчел, чтобы пчелы в теплицах что-то опыляли, как-то закончили. Поверните налево. Целые рои, целые семьи пчелиные просто умирали. Может, от депрессии, может, от их лжи. Приехали. Конец пути. На аутомолекульном уровне как-то объясняется. Я не знаю, правда, но представьте себе, так, знаете, такую ручную бетономешалку. То есть дрель, к дрель вставлена такая штука с мехом, которым, например, пыль стирают. Ну, в кино такие часто показывают, может, в хозяйстве пользуются. Угу. Там с лампочек очень удобно пыль стирать. Так, и ходят люди и вручную занимаются вот этой вот дрелью с этой палкой, на которой, ну, такая смесь кисточек во все стороны, я не знаю, как этот прибор называется, и занимается опылением. Ну ладно, это про опыление, про то, что пчелы умирают. А вот с точки зрения нетипичных продуктов из южных стран поставки идут, при том, что классически, например, в Германии налаженные поставки всегда были из Турции по турецким супермаркетам. Для турецкого потребителя, которым пользуются все, потому что там мясо дешевле, чем, скажем, в немецких магазинах. И при этом все, при этом все. Ну, молоко ты не доставишь там из бедных стран. Надо свое производить. И опять же, вот я возвращаюсь к цифрам. 19,8 это на все зерновые культуры. Среднестатистическое удорожание. И на что ж тогда могло быть 10%? Ну, не врите мне. Идемте дальше. Вы знаете, среднестатистические подорожания на определенную группу товаров, когда у тебя масло подсолнечное, сливочное, маргарин, ну то, на чем готовят, то, что употребляется каждый день. У тебя 2 раза была паника за последние 3 месяца, потому что исчезло подсолнечное масло. Потом подсолнечное масло подорожало в 5 раз непосредственно. Это там не 20%, не 30%. Во-первых, исчезло с полок. И когда дорожает в 5 раз, извините, это не 10, не 20% инфляция. Это 500% инфляция. Но это определенная группа товаров, я ничего не скажу. И тогда получается, поближе, в сравнении потребительской корзины, оказывается, засунули, например, проезд городского транспорта. Справедливо? Ну, считаю, что да, потому что в корзине потребителя транспорт должен присутствовать, не только дальнее сообщение железнодорожное, ну и там трамвай, троллейбус, автобус, все это должно быть.
Так, смотрим, как нас разгрузит. Так, среда. Ну, без 28 вечера. Так. Хорошо. Так. Вообще быстро. Слушай, красота. Прям ляпота. Так, а что у нас тут? А, я что, все уже закрыл? Вот это молодец, слушай, Вася. Ай, Вася. Все, уже закрывать нечего. Все. Супер-супер уровень, да? Так, теперь. Сейчас мы на отдых куда? А, о, стояночка. Прям самое то. Выходим назад через кольцо и налево. Отлично. Слушай, прям красота какая, а. Ну, поехали. Так. Так. Давай маленькое радио добавим. Ну, на самом деле, Германия прочная страна. Бельгия прочная страна. Нидерланды прочная страна. Прочные экономики. Везде происходит одно и то же. Почерк, инфляция одинаковый. Он ничем не отличается. Еще есть стагнация. Все вместе стагфляция. Слово, объединяющее стагнацию и инфляцию. Упадок производства, упадок потребительского спроса. В принципе, нужно создавать систему европейцам, в которой они понимают, где государство будет туда инвестировать, какие направленности будут востребованы. И тут прилетел им из США. Протекционизм, слово, которое при Трампе часто говорили, и вроде как потом, знаете, так замирились европейцы с американцами, и в этом примирении как раз разговор пошел о том, что экономики должны объединяться и перестать ограничительные меры по отношению друг к другу. Не должно быть войны экономической между Евросоюзом и США. Нет. С великой долей вероятности сейчас она проявится во всей красе. И опять же, событие произошло летом, а европейцы только сейчас дошло до них, что произошло. Значит, прежде чем я перейду к объяснению, где у них война экономическая может происходить, очень интересная статистика пришла из Британии. Случаи магазинных краж увеличились на 18%. Вы знаете, а в принципе, вот если не играть цифрами, если посмотреть на это по-другому, то есть примерно 1/5 населения стало больше воровать, в случае больше. Или же давайте посмотрим на инфляцию. Сюда ведь можно встать вот рядом. Эти цифры сравнивать, как-то они все похожи. Кстати, вот эти карликовые, самые сильно кричащиеся страны Евросоюза, которые обожают поднимать антироссийские настроения, у них как раз самая сильная инфляция. И небольшие страны, да, ну, не такая уж и большая обуза для Евросоюза. Я думаю, Евросоюз им денег подкинет. Но, в принципе, давай, если взять график и посмотреть, вот это все растет, и, ну, нет возможности изменить и предположить, что А плюс один будет действовать для правила А плюс один плюс один, то есть плюс сентябрь, плюс октябрь, плюс ноябрь, то, в принципе, ну, с великой долей вероятности не сильно. Так, выключаем радиолку. Так, все хорошо. Ой, ровненько, красавчик, да, красавчик. Так, ну что ж, времечко нормально. Ложимся отдыхать. Завтра где-то до обеда должен приехать водитель на таком же Ивечке, там серый Стралис. Вот, он приедет уже с другим прицепом. Там. Какой же я там заказывал-то, слушай. Ну, завтра увидите. Все, у меня уже память не работает, мозг не работает, я уже все отдыхаю. Рейс окончен, груз доставлен. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам на мою страницу ВКонтакте. Там полно скринов по Евротрак, по Американтаке и по суровой России. Добавляйтесь, буду рад. Всем спасибо, всем пока. Увидимся на новых волнующих.